99 имен Аллаха. 76-е прекрасное имя Аллаха, Аль-Батин, означает «тайный», «сокровенный», «ближайший». В третьем аяте суры «Железо» говорится: «Он первый и последний, явный и сокровенный, он ведает обо всем сущем». 57-я сура, 3-й аят. Обычно имя Аль-Батин, сокровенный, ближайший, используется вместе с именем Аз-Захир, явный, высочайший, потому что абсолютное совершенство Аллаха выражается в сочетании этих имен. С одной стороны, имя Аз-Захир указывает на величие божественных качеств и на то, что перед его величием меркнет все сущее и любые качества, какими бы славными они ни были. С другой, имя Аль-Батин указывает на то, что ему ведомы любые тайны, сокровенные мысли и намерения. Он доподлинно знает обо всем в мельчайших подробностях. Это имя также свидетельствует о совершенстве его близости к рабам. Некоторые источники, в которых имя Аль-Батин переводится как «ближайший», опираются на хадис пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в котором были перечислены 4 благословенных имени Аллаха, среди которых Аль-Батин – 4-е. Эти прекрасные имена Аллаха были ясно и всесторонне разъяснены пророком, мир ему и благословение Аллаха, который в своей молитве сказал: «О Аллах, Ты Аль-Ауаль, первый, и нет ничего прежде Тебя, и Ты Аль-Ахир, последний, и нет ничего после Тебя, Ты Аз-Захир, высочайший, и нет никого выше Тебя, и Ты Аль-Батин, ближайший, и нет никого ближе Тебя». Прекрасное имя Аллаха, Аль-Батин, в широком смысле означает «знающий обо всем, как явном, так и тайном, тот, чьи признаки явственны, а сам он на этом свете незрим, тот, кто скрыт от творений в этом мире».